В Карагандинской области поэтапно внедряют антикоррупционный проект «Айкын». Теперь любой казахстанец, подавший жалобу в надзорный орган, сможет лично проконтролировать ход ее рассмотрения. Об этом сегодня рассказали сотрудники Комитета по правовой статистике и специальному учету. Подробности у Нурилы Туржан. Суть проекта в том, что любой гражданин страны в режиме онлайн сможет отслеживать порядок рассмотрения поданных им обращений. Таким образом, в режиме реального времени осуществляется социальный контроль за деятельностью госорганов. Это ноу-хау для Карагандинской области. Как отмечают сотрудники надзорного органа, этот проект позволит снизить число проигнорированных жалоб. Данный проект предусматривает прозрачность рассмотрения обращений государственными органами. При обращении непосредственно заявителя в госорган сотрудникам канцелярии, принявшей обращение, выдается талон с присвоением уникального номера. Уникальный номер, он 18-значный. С помощью талона с индивидуальным номером заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения дела тремя способами. Через интернет-ресурсы, посредством СМС-сообщений и с помощью стационарного телефона. На сегодняшний день проект «Айкын» внедрен в аппарате Акима области во всех его структурных подразделениях. А к 2014 году к этой системе будут подключены государственные органы районного уровня. Нурила Туржан, Толеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.